В Лунском Лусе в преддверии праздника прошел ежегодный конкурс красоты и таланта «Мини-мисс Весна». Из Тикси передает наш корреспондент. В преддверии Международного женского дня во всех уголках нашей страны проводятся праздничные мероприятия. И вот у нас в поселке Тикси Булонского района после долгой полярной зимы провели ежегодный конкурс красоты и таланта «Мини-мисс Весна». За титул первой красавицы Тикси в этом году боролись 8 участниц. Все участницы предстали перед зрителями во всей своей красоте, фейерверке неоновых огней и водопаде музыки. Сегодня в нашем кинозале прошел конкурс красоты и таланта «Мини-мисс Весна». Все девочки показали очень хорошую подготовку. Мы, как организаторы этого мероприятия, хотели бы поблагодарить наших социальных спонсоров, партнеров. И в дальнейшем постараемся сделать все, чтобы это мероприятие было лучше и краше, и радовало всех наших зрителей. Конкурс традиционно начался с визитки. Девочки рассказали о себе, семье и о своих увлечениях. Самыми интересными зрелищами стали танцы, песни, выразительно прочитанные стихи и демонстрации авангардных костюмов. А в завершении конкурса участницы прошлись по залу в нарядных платьях. В итоге выбрать победительницу было очень сложно, ведь все участницы красивы, умны и талантливы. Итак, победительницей конкурса «Мини-мисс 2017» стала Даяна Протопопова. Впервые участвовал в этом конкурсе. Мне помогали сестра, мама, тетя. Всех женщин и бабушек поздравляем с 8 марта. Всем участницам вручили грамоты, подарки и серебряные украшения. Ольга Григорьева, Валерий Савельев, НВК Саха, Тикси.